Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Так, продолжить. Тут у меня, правда, что-то разблокировано. Но это не важно. По крайней мере, не сейчас. Поехали! Миссия 2. Тебе надо спрятаться. Агентству известно, где я могу укрыться. Они будут искать нас. Это самое безопасное место, которое я знаю. Можно мне с тобой? Ты спрячешься, пока я не узнаю, что происходит. Что происходит? Беда. Ох, это вы нам звонили? Да. Ты, наверное, Виктория. Заходи, дитя. Спасибо, что помогли нам. Эта девушка очень важна. Возьмите это. Мы позаботимся о ней, сын мой. Диана сказала, тебе нужно ожерелье. Не потеряй его. Ты вернешься? Я буду рядом. Я буду рядом. Естественно. Ой. Давай, куда нам? Если не ошибаюсь, гостиница вроде у нас. Так. 37.50 за ночь и без гулянок. Алло. Таха, надо встретиться. Твоя слава тебя опережает, друг мой. Восхищаюсь теми, кто не боится срать там, где жрет. Тебе, наверное, нужны какие-то сведения. Я готов сыграть на твоей стороне. Ой, мне сведения не нужны. Я тебя кое о чем попрошу. Ты слушаешь? Клёво. Тут есть один выскочка. Зовет себя король Чайнатауна. Да-да, не самый скромный товарищ. В общем, я хочу, чтобы он ушел в отставку. Ну, ты понимаешь, о чем я? Ну что ж, я берусь за это. Король Чайнатауна. Хорошо. Этот король, он живет в пагоде, в центре города. И отряд грязных копов держит его на каждом шагу. Он редко бывает один, разве что встречаясь с барыгой рядом с площадью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Ника. Позвони мне, как ты. Велосипед на помойке. Идет. Так. Так, мне нужны инструменты, во-первых. Так. Понятненько. Давай. Ну-ка, давай-ка вот так. Ага.
Так. Куда тебя? Так. Так, ждем. Пончик в участке утащил. Это, блин, нет, вонючий. Зеленый чай, суп, мисо. Есть множество способов убить короля Чайнатауна. 12 из них являются испытаниями. Ага. Чтобы просмотреть список испытаний, откройте ноутбук. Давай. Пройденное испытание даст вам постоянный бонус к счету. Чем больше испытаний вы пройдете, тем больше очков сможете получить. Всегда хорошо посмотреть на... Так, это... Ага, я знаю, где-то сделать. Так, грязно, но эффективно, не помню. Только в костюме-то не переодеваясь. Проникатель. Ну, хрен с ним. Падение человека. Да, чтоб ты сдох. Минутку. А в костюме-то? Пейте, очень полезный для живота. Люди, подходите. Да, мы побыстрее. Так. Китайская. Давайте, надо заставить его сдвинуться с места. Манго, папайя, зеленый чай. Все, уходите. Мисо, карамбол. Убить у всех на виду, кстати, тоже можно. Зеленый чай, суп мисо. Вам нужна сумка? Мадам, хотите сумку? Давайте посмотрим, как он ходит. Добрый день, сэр. Так, вот я помню, что повара можно прикинуться. И вот, кстати, там его завали, где он там стоит сейчас. Потом вот там вот где-то бензобак где-то подкрутить, я уж не помню точно. Вот сюда свалить его, в яму. Это я помню, как-то я делал так. Тут куча возможностей, куча вариаций. Вот. То ли толкнуть его туда можно, когда ментом переоделся. То ли что, он туда упадет. А, вон там вот есть окно, там снайперская винтовка стоит. Так, вот здесь вот он то ли курит, то ли кто здесь. Вот там его убивать можно. А, электричество можно перевести поди там. Да, он, по-моему, там вот. Так, а снайперская винтовка вон там из окна. Вот там заходить надо. Но мы попробуем его подзорвать. Я, как сам? Давай, идем. Отличный костюм, просто супер. Это что, ну, вот заказ, из хаты, да? Этого чувака стрелять надо. Надо тоже пошить такой. Кончай гнать. Понял, все понял. Сколько надо продукции? Все, что есть. Не вопрос. Только надо сделать пару звоночков. 10 минут, ладно? 5 минут хватит. Ага, 5 минут хватит.
Давай, шнырь. Кисло-сладкий супчик. Да, мы тут 7 дней в неделю. Имбирный чай. Пейте, очень полезный для живота. Китайская капуста. Вот, ты пошел куда-то все-таки. А то я чуть было не ушел. Где ты там, падла? Лучшая еда в Чайна-тауне. Я за тобой слежу, парень. Да, следи, следи. Давай, падла. Или мне что, по длинному пути какому-то надо идти? Села шаурму? Все? Ну и ладно. Это не важно. Я не ел вообще ее. Я не люблю шаурму, я люблю шашлык. Всякое может быть. Да это не важно. Блин, можно было вот здесь захреначить. Ладно, раз уж мы решили взорвать его, давайте попробуем взорвать. Чем порадуешь? Чувак, не порти сюрприз. Ну давай закончим у меня дома, ладно? Пошли, я покажу дорогу. Господи. Улика. Улика мне не нужна. Ни улика, ни улитка. Так. От дерьмо. Давай. Не, не так все плохо, как казалось. Хотя... Кто здесь? Никого. Так, устранить я устранил, все, теперь уходим. Блин, это еще легче оказалось, чем я думал. В костюме еще. Все спокойно. Ну нормально, что я его пристрелил. Подайте монетку старому дураку. Эй, тут же кофе! Скотина! Рот закрой! Ви,
Винокамами. Вино, как он кентеке. Чимиамон. Что принесло твою мрачную лысину в мое жилище? Мне нужна информация. Так это же мой бизнес. Информация. Тебе нужна информация? У меня она есть. Бесплатно, конечно. О, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать зачем. Не-не-не-не-не-не, стоп. Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Что-то как-то быстро все прошел. Псих. Ну мог бы еще быстрее. Ну ладно, и сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну, твои инструменты. Ах ты, козлина! Слушай, что говорят на улице. Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. Позвонишь. Наслаждайся, козлина, блин. Отжал, все-таки у меня падла. Разблокировано. А, это в смысле надо было собрать. Смотрите, это все можно было собрать там или сделать. Видите? А я всего лишь 5 из 35. Так. Ладно, ничего страшного. Играем дальше. Ты ждешь. Тебе 20 минут или 18-10. Чего же? Тихо. Но есть шанс. Я бы отрядил ответить команду, но это работа не для молодых, а для скальпера. Я срок зимой. Зачем ты это сделала? Беги вместе с ней. Она не должна остаться. Свай пиво, драй сосиска. Кот. Мне с ними больше не по пути. Я обещал Диане защитить тебя. Терминус отель. Комната 899. Прекрасно. Вот это, кстати, такая немножко муторная миссия, да. Ну ничего, ее тоже. Я получили. Задал своим птичкам вопрос, амиго. И в ответ мне донеслось имя Блейк Декстер. Один из тузов на рынке оружия. Недавно очень интересовался твоей девочкой. Этот самый Декстер живет на последнем этаже отеля Терминус. И его отморозки никого туда не пускают. Но человек твоих талантов наверняка найдет пару способов туда проникнуть. Счастливой охоты. Так. Так. Мы пойдем другим путем. Господи, чувак, тебя заставили стоять на часах по такой погоде? Жестко. На пару минут погреешься. Что тебе за это будет? Ты не знаешь моего босса. Проклятый вандал! Никакого у вас и не в собственности. Будь ты моим мужем, я бы подсыпала тебе яд в пиво. Как насчет мышьяка Вэнни? Да я бы отрезала твой член. И бросила бы его крокодилом в заварке. Блин. Ладно, давай посмотрим с другой стороны. Ты идешь, нет? Или это не твоя задача?
Вот так. Сейчас мы это тело утащим. Без палева. В трех разных надо переодеться. Также есть костюм, когда я не переодеваюсь. Опа. Так, ладно. Пойдем, пойдем, пойдем. Блин. Ага, дальше я не иду. Тогда вниз. Не на ту кнопку, пардон. Так, маскировка готова. Оттащим тело подальше. Так, а сохранить-то никак? Нет. Надо искать ключевые точки. Знаешь этого парня? Он реально крут. Я бы вот не полез возиться с электричеством в затопленной яме. Даже за миллион баксов. Так. Спасибо. Его зовут Джо. И он тут местная легенда. Прикинь. И не царапины. Говорят, он может зажечь лампочку. Просто щелкнув пальцами. Да сейчас. Эй, отвали, приятель. Отлично. Чинить такие вещи, как танцевать с девушкой. Сейчас мы тебя танцевать с девушкой заставим. Давай. Ха-ха-хамелеон. Так. Хочешь мои билеты на фирме? Я имел в виду. По-любому тут где-то можно сохраниться. У вас люди пропадают, вы в курсе?
Так. Использовать генератор. А мне надо, наверное, использовать генератор. Это у меня маскировка хрень. Так. Мне нужен лифт. То ли он внизу, то ли наверху. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то не понял. Охренеть, так, понятненько. Ой. Нет, можно подняться здесь, я точно знаю. Так. Где вы? Так. Нож на нож поменял. Так, подождите. Потянуть рычаг. А где лифт-то, твою мать? Давай, где тут? Вот он лифт.
Нет, давай уж. Почему сменил? Потому что дверка более функциональна. Поехали вверх. Минутку. Отличная работа, 47-й. Ты находчивый сукин сын. Ты все ближе к логову льва. Бандиты засели на 8-м этаже и никого туда не пускают. Блейк Декстер — личность недосягаемая, и проскользнуть в номер 899 будет непросто. Но еще хуже. У Декстера серьезная охрана, которая не будет, подчеркну, не будет. Церемониться с нарушителем. Ой. Возможно, стоит спуститься ниже. Я и не прошу. Более хитрый способ. Боже, да кому я рассказываю? Ты же профессионал. Не да. Все уже продумал, да? Уже. На лестничной клетке все в порядке? Mm-hmm. Все наглухо закрыто. Мимо нас, мистер Декстер, никто не пройдет. Быстрее, автобус уходит через 4 минуты. Простите, мы сюда нельзя. Хочу, чтобы операция прошла. Я серьезно, ступайте просто. Подожди. Ладно, ладно. Уходите. Просто держи член в штанах, ладно? Слушай, ушел бы ты по добру, по здорову. Да уже ушел. Да. Ну ты и попал, дядя. Отлично. Ну давайте, вы заходите или что? Какая муха его укусила? Привет. Да. Да, не, билеты у меня, сам знаешь. Как в детстве. Что, могу ли я прямо сейчас их отдать? Конечно, только это будет стоить денег. Да. Так. Так. Тебе меня не обманул. Я же его видел. Куда он делся? Сейчас сквозь землю. Я его не вижу. Он исчез. Пусто. Как будет у него в черепе после моей пули? На! Так. Минутку. Так. Пойдем выше. Ой,
Есть еще кто-нибудь? Эй, а это кто? Кто это? Эй, ты! Обожди! Эй, что за дела? Да-да! Что за дела? Вали нахрен! Вот что за дела! Ну-ка, давай! Избавлюсь от тела. Вот так. Надо найти другой способ. Вот сюда. Ее зовут. Что-то не понял. Что, закончил, что ли? Ха-ха. Ну, как видимо, да. Господи Иисусе! Блин, ты стучать не пробовал? Молодец, Санчес. Кто это, коп или частный детектив? Ядрить меня нежно. Какого хрена? Это не частный детектив! Это грёбаный призрак, легенда! Это чёртов агент 47! Агент 47? Охренеть! Ха-ха! Значит, ты слышал обо мне? Блин, ты о чём вообще? Детка, это вообще всё нахрен меняет? Это меняет всё? И за каким хреном он нам нужен? Тук-тук! Уборка! Удачно! Что ты делаешь? Buenos dias, Pepita. Здрасте. Да, у нас тут легкий беспорядок. Может, да, я уберу. Доберешься. Было бы неплохо. Сейчас. Наконец-то. Хорошо. Заходи, милая. О, боже мой. А, черт. Ты гребаное животное. Господи. Мне нравятся готичные девочки. Знаешь, я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убить самого агента 47, да, но... Видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, Господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Ну вот, теперь убийцу искать не буду, да? Киллера... Рано радуешься. Я вообще-то не люблю драть глотку, но это, мать вашу, просто... Кстати, он похож на одного актера голливудского. Забыл, он в основном дьявола играет. Попробуй. Хотя... Дьявола он играет... Если подумать... У Стивена Кинга... Нужные вещи. Моя радость. Если не ошибаюсь. Лейк, а может не надо? Вот очень похож на этого актера. Это плохой план. Да ладно, милая. Давай по коням и пошустрее. Адиос. Жалко, блин, пипец как, реально. Не зачем померла.
Не с места! Полиция! Спасайся бегством! Откройте, полиция! Давай, 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 давай. Бежим. Сохраняй спокойствие. Да мы держу тебе. Да хорош, хорош. Нам нужно поговорить с вами. Пошли в номер отеля. Я сказал, стойте. На свободу. Но это еще не факт. Тут, видите, сюжет закручен так, что хрен на паузу поставишь. О, это библиотека. А я перенес. Поняли, сержант. Эй, сержант, обеспечь свет. Никаких следов подозреваемого. Так. Так. Это я. Вот что я. Я. Мертвее не бывает. Что вообще происходит? Эй, мне нужна помощь. Видно что-нибудь? Подожди вы! Хорошо. Ладно.
я не понимаю, а почему у меня ни хрена ничего не происходит? Ага, сейчас. А эти нарики только о себе и думают. Вот так вот. Полицейский беспредел. У нас тут Так, а куда мне? Ничего страшного. Любой, кто попадется на моем пути, будет уничтожен. Все наверх, а я вниз. Прекрасно, прекрасно, превосходно. Ну что, вот так. Блин, и никуда не деться.
прежде не встречались? Ладно. Секундочку, неужели... Сэр, подойдите на минутку. Я вас знаю. Что-то вы мне не нравитесь. Мало ли, что я вам не нравлюсь. Простите, сэр, вам придется подождать здесь. У нас ЧП. Пожалуйста, потерпите. Я тебя не знаю. Что происходит? Не бей меня. Держи руки. Просим обратить внимание. Ну там, тем не менее, у меня... Так. Да неужто? Ненадежная маскировка, ну ладно. Простите, сэр, вам придется подождать здесь. У нас ЧП. Пожалуйста, потерпите. Последнее предупреждение! Стойте! Все так хорошо начиналось. Давай.
Так, что мне за надо-то? Как правило, я не заметил. Я чистый лист. Так. Что мне надо сделать? Слушай, они просто приказали нам перекрыть посадку на все поезда. Какое-то расследование. Вот так. О, так я бы мог, никого не убивая, сделать это. Господи. Я бы мог никого не убивать. Но моя кровожадность. Да нет, 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 выйди, выйди, выйди. Давай. Где поезд? Так. Друзья, вокзал закрыт. Какие-то полицейские дела. Успокойтесь и потерпите. Скоро все будут дома, целыми и невредимыми. Так. Да все нормально, я прохожу, подожди. Вау. А я где это? Интересно мне знать. Давайте посмотрим. Твою ж та мать. Так я вообще мог еще и сразу туда выйти. Господи. Люди, вот так вот, вот. Вот для чего надо показывать прохождение. Чтоб не делать столь глупые ошибки тот. И не чтобы сюда потом выйти. Я пошел вниз еще. Давай. Вниз, вниз, вниз. Через 30 секунд прибудет поезд. Давай. Блин, вот для того и надо сделать, чтобы как показывать, как прохождение, чтобы потом
люди не делали ошибок. Ну реально, я лоханулся. Можно было сразу и наверх пройти. И не убивать никого. Ну или если даже убить, то одного. А у меня, блин, такое месиво получилось. Диспетчер, у меня тут поезд под посадку на платформе В. Соедините меня с кем-нибудь из вокзальных персоналов. Размечтался. Смерть шпионом, кстати, хотел DLC игру записать Смерть шпионом, но надо либо XP-шку, либо седьмую винду. Поэтому не все так просто. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!